По поручению главы районной администрации присутствующих поприветствовал замглавы Дмитрий Кондрашов. Я вас приветствую от имени главы администрации Третьяковского района Дина Владимировна Алборова. Она просила передать самое наилучшее пожелание. Убегал. Я сейчас беру в библиотеку, у нас такое вот мероприятие замечательное. Поэтому всем успешной плодотворной работы и много-много интересного сегодня желаю узнать. Спасибо. На мероприятии прозвучали стихи, подготовленные учащимися Матвеева Курганской школы номер 2. По сохранившимся фото и видеоматериалам создан фильм «Подвиг длиною в жизнь». Медсестре работы было столько, не было покоя для души. Сколько их скопилось в медсанбатах, раненых, калеченных в бою. Их тащила ты на масках, халатах, чтобы словом видеть их строение. Встреча прошла в теплой атмосфере, была наполнена воспоминаниями о жизненном пути и боевых подвигах Марии Константиновны. Наша любимая мама, я очень благодарна всем, что такая память, такая почесть. Она заслужила. Она светлый человек, она замечательный человек. Это не передать. Спасибо. Спасибо большое. В вашей памяти, в нашей памяти наши родители сохранятся надолго. И у нее уже праправнучка есть. Мало того, что у нее внуки, правнуки, у нее даже есть праправнучка, которая 4,5 года в Таганроге. Вам здоровья, спасибо за внимание. Я очень тронута, и мы, конечно, с Татьяной Васильевной тронуты. Такие внимания. Вы столько вложили вот этот материал. Я просто даже вот мысленно не могу представить, сколько вам труда составилось. Вот документов, фотографий, сохранить архив, что вы сделали. Большое вам спасибо, низкий поклон вам.